Вот. Вход, автомат. Вот так вот все, греческий флаг. Место директора. Куча дипломов, медалей. Вот. Такая красота. Все звезды, легенды есть. Теперь идем в зал. В зале сразу что я увидел? Автограф Григория Дрозда. Здесь зал разминки для групповой работы. Мариус, наверное, нам скажет пару слов попозже. Здесь опять все звезды. Ишко Владимир. Вася Ломаченко, Дэнте Уайлдер, Хай, Мариус. Little video for my friends из Russia, okay? About your зал. Вот здесь зона ринга. Ринг отличный. Ринг. Ну, видимо, по-настоящему такой упругий, все, все как это, как должно быть. Сайт, это вот у нас Тайсон Холифилд, флаги, флаг Греции. Здесь у нас зона тренажеров, ну, нормальные боксеры на тренажерах не занимаются. Я уже мокрый, у меня на пляже сильно сгорел лоб сегодня. Естественно, по нему я и получал сегодня. Но бывает. Очень правильно, что я, естественно, пользовался шлемом. В зале мне предоставили такую возможность. Везде мешки всех видов. И что интересно, мешки вот, ну, небольшие. Таких вот больших, как у нас, как бы нету. И, честно говоря, вот по таким мне комфортнее работать. И для рук более щадящих. И, собственно, они вот как бы качаются, и можно контролировать. Сейчас отвечу Мариуса. Мариус, why you like boxing? I love boxing. You love boxing. I love We all are boxing. Это чем? Чем? Пару слов по на русском для парней. Куда побежал? Я в другой город. На чемпионат мира, наверное, нет? Да, в Сербию. Я завтра поеду в Пафос тоже. Хорошо, отдохнуть. В Сербию. Посмотрим тебя на YouTube, твои прошлые бои. И удачи, естественно, в Сербии. Спасибо. О, как хорошо бежит. Этот парень сегодня со мной спарринговал. Очень пожалел, конечно. Но моя печень прочувствовала. Вот, парни занимаются. Ну что, вот такой зал. Сегодня что-то с меня даже, честно говоря, денег не взяли. Вчера майку подарили. Всем бокс, пацаны.